Белой, соединив это с морем, с Крымом, со своими стихами, стихами Марины Ивановны. Очень интересное, яркое, талантливое эссе. Это замечательная Зульфия Юнировна Алькаева, член Союза писателей Москвы и русского пресс-центра. Да, мы очень благодарны, знаем, что вы очень внимательно были к нашему конкурсу, читали, например, произведение той же нашей одиннадцатиклассницы Екатерины Лышакова. Может, несколько слов об этом скажете. Вот, хотели бы вам передать, вот у нас из Сергиева Посада прибыл вот такой замечательный дар, значит, наших спонсоров, яичко пасхальное, вот тоже, так сказать, одно из лучших, победитель одного из конкурса, да, пасхальные яйца, и попросить вас, да, работу Натальи Алексеевны, обязательно у нас художники будут другие получать награды, ну, я думаю, что вот такая таинственная дама, вы у нас тоже красотка и таинственная дама, и вот тоже вам будет, называется эта вещь, дама с веером. Да, то, что есть, так сказать, женщина, а есть дама. Вы да, у нас дама, да, Зульфия, я бы дала. Собачка именно Чехов написал именно в Ялте. Да, да. Пожалуйста, несколько слов про нашу Катю Лышакову. Да. И, значит, да. И, пожалуйста, расскажите свою историю. Хорошо, я вот как раз про Катю очень хотела сказать, потому что все-таки я знакома с ее немножко творчеством. Она начинающий автор, но, тем не менее, уже успела несколько работ написать. И я хочу отметить, что вот в ней есть такая наблюдательность. Мы все время восхищались, что она как-то интересно о звездах написала, так необычно, что сравнила их, что никто так еще не писал. Вот. Но вот эта наблюдательность у нее сочетается с образностью мышления и с такой с фантазией, с чувством юмора. И, а вот в этой работе, в этой именно крымской, мне что понравилось, что Катя так ну, на одну ступеньку выше поднялась, можно сказать, в своем творчестве, потому что она оригинальный сюжет придумала. То есть если мы начнем читать эту работу, то мы никогда не догадаемся, что эта работа об Айвазовском. То есть она так издалека начала, так заинтриговала, и вот читаешь и погружаешься в ее мир детства. Она рассказывает о том, что она там в детстве, и очень с иронией рассказывает, как она мечтала стать замечательной хозяйкой, потом космонавтом, вот, и все это с такими шуточками. Вот, и доходит она вот как раз до картины Шишкина. И интересно такой поворот. Мы знаем, что Шишкина все у нас любили. Это такая светлая энергетика. Говорят, около Шишкина проводили эксперимент. Около картины Шишкина клали свежие фрукты. И около других картин, там, картины Дали, допустим. И вот фрукты у Дали, они, так сказать, сморщивались уже. А вот у Шишкина оставались свежими. То есть такая энергетика идет светлая. То есть это не то, что как распиаренный художник, а именно такой светлый. И вот уж она так по-детски, так наивно сказала, что он так связан с конфетами, что хочется эти конфеты скорее съесть, и поэтому лучше не расстроить, а лучше оставим конфеты, а займемся вот чем-то другим, морем. Вот, это такой поворот неожиданный. Вот мне очень понравилось, что она, вот, Катя пошла именно в сторону сюжета. То есть она стала развивать сюжет. И вообще хочу сказать спасибо организаторам, потому что такие как раз конкурсы дают нам вот возможность наши идеи, которые где-то зарождались, да, вот воплотить. Например, я Цветаева собираю книги, много знаю, да? А вот такая идея вот Цветаева и Крым, и рассказать как-то по-своему, вот зародился у меня только благодаря конкурсу. И я вот, так сказать... Спасибо, Жур. Вот я хочу добавить, что вы уже по этой речи, наверное, поняли, что у нас Зульфия Венеровна, она не только поэт, мы надеемся, ее стихи сегодня услышат, но и литературный критик. Потому что на страницах очень уважаемого нашего журнала «Октябрь» и молодежного литературного журнала, и литература. Можно встретить ее аналитические интересные статьи о философской лирике современной, очень интересные статьи и о творчестве классиков. Там Ивана Бунина звучали доклады в Польше, в других городах России. Так что спасибо вам за такой глубокий анализ наших юных авторов и просьба прочесть фрагмент из вашего эссе или ваши стихи. Спасибо. Да, я просто кратко скажу, допустим, что вот... Цветаева появилась в Крыму в 1905 году, и эта дата была связана с болезнью матери, и поэтому как бы Крым с детства вошел вот в ее жизнь, и вот это вот
уход матери, которая учила ее играть на рояле, и вот эта чернота рояля, которая для нее была очень символична, для Цветаевой. Я думаю, что она срифмовала своей жизнью с Черным морем. Море, когда она появилась в Ялте в 1905 году, море она уже видела, но море средиземное, такое зеленое, да, а здесь это море темно-синее она уже отметила, потом уже и черное, не зря оно черное называется, да, и поэтому вот эта вот бездна, из которой она вот в черноту рояля, она как бы окунала слово, чтобы мне, говорит, понять что-то, какое-то слово, я окунала ее, как она выражалась, в черноту рояля и доставала уже это преображенное видео. И музыкой. И здесь вот эту роль этой бездны начинает играть море, потому что мама, как мы знаем, она в 1906 году вторую умирает. То есть ей Ялта все-таки не помогла. Тогда была эта смертельная болезнь. Но в то же время Крым как бы возвращает Цветаеву вот это счастье, возвращает в виде вот ее жениха, в виде Ефрона. Она там познакомилась с будущим мужем. Вот. Там она самые счастливые дни провела, Феодосия. И вот это еще Генуэзская крепость, которую она любила и говорила, пройти вдоль генуэзских стен. Вот, рифмуется с той же генуэзской бусиной, которую нашел Эфрон, и она загадала, что если найдет какой-то молодой человек, для нее ее любимый камень сердолика, это была сердоликовая бусина генуэзская, то тогда она станет его женой. То есть вот так загадала, и как в сказке, все это свершилось. То есть для нее Феодосия, такой волшебный город счастья. Поэтому, когда ушел из жизни ее отец в 13 году, она с сестрой и уже со своей семьей, с маленькой дочкой, с мужем, приезжает опять куда? В Феодосию. Потому что вот это самые счастливые ее места. Вот. И сейчас я прочту тоже вот свое стихотворение, связанное с Цветаевой, с Крымом. Здесь фигурирует пра так называли Елену Артабальдовну. Волошина, да. Поэтому вот вокруг Волошина концентрировались все молодые силы. И для нее Волошин был таким важным человеком, который первый написал рецензию положительно на ее первую книжку стихов Марины Цветаевой. Которую она в 16 лет в возрасте Маши Щавелевой напечатала за свой счет за 200 рублей, которые дал папа. И сама отнесла в магазин. И там в этом магазине его и нашел Максимилиан Александрович Волошин, который так ими заинтересовался, что спросил адрес автора и пришел к автору, который в этот момент, экспериментируя, обрилась наголо. Замечательно. В 10-м году вот это было. И поэтому она, конечно, приехала к Волошину, в этот круг, который ее пригрел. И вот такое стихотворение. Я думаю про Иловое, Ниловое, про время, когда солнце апельсиновое сочнее был раз, допустим, в 5. И гения земля могла рождать. Мы все из Африки, открыл ученый муж. Как Пушкин, соловей российских стуж. Мы все вторые, Пушкин первым стал, чтобы гордыня червь нас не сожрал. Ценили, чтобы русский свой язык, хотя язык к нему как будто бы привык. Он золото, а и может серебро, то, что когда-то в Крыме залегло. О, пра, о, колыбель, как Коктебель, пейзажей нереальных акварель. Я слышу, как звенит Маринин рай, о, дай любви, потом уж отбирай. И найден был у моря сердолик, и рот к нему, как к яблоку приник, Марина и Сережа, таял Крым, предвосхищая роковой экстрим. Я помню про Таруска парусиновая, про время, когда солнце апельсиновое сочнее было раз примерно в 5, и гения земля могла рождать. Еще одно маленькое стихотворение, оно уже связано с уходом Марины Цветаевой. Вот оно называется «31 августа». Сейчас я быстренько прочту. Осанна через Голгофу, Оксану и лай собак, сквозь траур Помпей и Корфы, к нему золотой баран, как тянет убийцу к месту, как рвутся плоды к земле, так выдать финал за фиесту, пытается пламя во мгле. Не смейте впиваться в губы, целуйте его в уста, блестят августейшие зубы, их мало, но стоит 100, как мудрый зуб 31-й день хочет попасть к отцу. Он скрючился, шовчик левый, Цветаевскому концу. 31 августа называется. Спасибо большое. Подарочки. И я хотела попросить сказать несколько слов от замечательного драматурга Владимира Попова, выпускника института